Приветствую всех на нашем канале FrontBet. С вами, как всегда, ведущий канала Макс. У меня для вас кубок матч премьер. Это Рубин Спартак. Прежде чем начнем, расскажу очень интересную такую вещицу, с помощью которой вы сможете забрать с моей помощью 19500 на свой первый депозит в официальном БК MLBet. Переходите по ссылочке в описании, вернее, в закрепленном комментарии. Там будет промокод, который даст вам 19500, друзья мои. Мы их ставим на это уверенное событие, которое я сейчас вам озвучу, на матч Рубин-Спартак, и умножаем их практически в два раза и выводим, забираем себе. Чем не сюрприз, благодарить не стоит. Ссылочка и промокод закрепленные в комментарии. Поехали, Рубин, Спартак. Очень удобное будет такое противостояние для обеих команд. Как бы играть они будут уже в Москве. Играть они будут в 9 вечера. Жара немного спадет. Будет комфортно футболистам. И что хотелось бы сказать по поводу этого матча. Если посмотреть на 5 последних очных встреч, то ставки на тотал больше 2,5 прошла только в одной игре. Но мы тотал 2,5 и больше не будем брать. Сейчас минуточку внимания, секундочку и капельку терпения. Но это были официальные матчи, где не проходил тотал больше 2,5. А вот в последней товарищеской встрече счет был 4-2. Я от нее и, в принципе-то, и оттолкнусь. Это тоже как бы не то, что товарищеский матч, но это не РПЛ, это не чемпионат России, не премьер-лига. Это всего лишь кубок, матч, премьер. Я здесь все-таки думаю, что команды обменяются голами. И мне кажется, что обе забьют «да» за 1,76 вполне рентабельно. Что думаете вы? Напишите в комментарии свой прогнозик. Оставайтесь с нами.